Всем привет-привет! Привет! Итак, мы выдвигаемся в новое путешествие. Да, мы были вчера и едем сегодня. У нас продолжение нашей Badland story. Badland — это есть такая история, что здесь упал метеорит и как бы вспахал пол, да ты что? Пол земли. Мы поднимались, мы вчера были, у нас такая маленькая предыстория, мы вчера ездили на... Папуля, я тебя перебью. Я думаю, мы вставим кадры с вчерашнего путешествия, правильно? Да, вчера мы... Да, мы вам покажем немножечко. Мы вчера ездили на Dry Island Buffalo Jump, здесь в Канаде, возле провинции Альберта, возле Редира. Здесь недалеко, это час езды, и там, получается, Badlands, плохие земли, находили остатки динозавров и до сих пор находят, там проводятся там раскопки. Очень интересно было. Есть музей даже королевский. Получается, это местность как каньоном. И в очень этот каньон, красиво. Да, мы спускались, получается, она как ступенчатая, сланцевая порода, что-то такое. Точно мы не знаем. И да, мы спустились вниз. И после этого мы еще поднялись наверх. А вверх мы не видели. Нам приходилось даже через кусты пробираться, да, в некоторых, да, местах. В общем, было, да, очень интересно. Мы было вам покажем. Интересно, была жаркая погода, было очень жарко. Мама сгорела полностью, да, видите? Я намазался кремом, да, я был немного, а я не захотела. Немного хитрее. Поэтому сегодня у нас продолжение номер 2. Мы продолжаем ехать вдоль этого каньона, посмотреть. Есть много очень мест, где можно останавливаться и смотреть просто свысока или снимать местность. Сейчас мы направляемся в направлении, да, этой речной переправы и снять этот маленький старый паром. Это считается как бы тоже историческая местность. Мы вам все покажем. Оставайтесь с нами. Вот я какая сгоревшая, ну ничего страшного. Да. У меня только немного на руках и на шее остались. А у меня на носу, у меня на носу чуть-чуть. На, да, Ульяну загар лег как-то странно. Странно. Она настолько белая, что загар ее не берет. Да, настолько хорошо лег на нее загар, не сгорела вообще. Пьем кофе по дороге. Ульяна, покажи, что ты пьешь. Айс кофе. В жаркую погоду это самое то. Да, хотя сегодня пасмурные облака, но у нас показывает в машине плюс 19, что снаружи, поэтому легкий ветерок, но я думаю, как раз отличная погода сделать небольшой хайкинг. Да, интересная идея. Да, мы будем открывать здесь местность, смотреть, что у нас есть интересного, музеи. Знаете что, мы везунчики, потому что мы живем в Канаде. Да. Еще, кстати, не единственный, а хороший плюс в этом году, мы получили паспорта. У-ху! И Канада предоставляет для новых граждан Канады целый год посещения исторических мест, музеев. Наши путешествия с ребенком проходят налегке, я бы сказала. Правда, папа? Правда. И потому что куда бы мы ни ехали, сколько бы часов бы это ни занимало, Ульяна достойно себя везет. Она всегда найдет чем заняться, не капризничает. Проводит продуктивно время, да, находит что почитать, иногда поиграть, в планшете посидеть. Иногда с мамой они даже играют Уно. Очень интересная, увлекательная игра. Всем рекомендуем. Да.
нас маленькая остановка. Мы приехали на небольшой паром через речку. Мы уже внутри как бы каньона Badlands. И здесь небольшой паром, исторический сайт, тоже очень интересно. Посмотрите, вот эти холмы, это высота этого каньона, где когда-то вроде бы упал метеорит, насколько это точно, я не уверен. И вот этот пропахал настолько глубоко. Сейчас на той стороне собираются тоже машины, они будут переправляться на нашу сторону. Мы, соответственно, ждем, когда они к нам приедут, и мы сядем и погрузимся на паром. И... Да, Лена, первый раз. В общем, мы это сделали. Да, это сделали. Да, переправились и направляемся дальше. Да, ура! Да, мы на первой точке. Первая, которая нам попалась по дороге, но довольно, мне кажется, нам повезло, потому что здесь много, можно погулять, спуститься вниз, да. Даже дойти, наверное, до реки. Я не уверен, дойдем мы или нет, но... Мы попытаемся. Пошли посмотрим, как называется. Ребята, мы уже идем вниз. Да, друзья, мы идем вниз. Мы спустились почти из каньона этого такого большого. Мы хотим подняться туда на гору. Может, на две даже. Подняться на две, подняться. Да, на ту или на вторую. Очень, ничего себе, у вас планы да. Какие. Оттуда, я уже это делала. Оттуда должно быть крутое view. Пейзаж. View. Я вам помогу. Здрасте. Посмотрите, здесь очень красиво. Мы сейчас находимся на вершине. Оставаться в безопасности. На вершине всего мира. Посмотрите, как здесь красиво. Да. Я бы еще хотела высоко подняться. Мы сейчас ниже. Окей. Попробуем. Или здесь вокруг и по вот этим маленьким холмам. Так, ребята. Да, пару недель назад мы здесь проезжали, как мы узнали об этом месте, мы мимо проезжали, и мы были вот там, вот на другой стороне холма. Да, мы были там. Мы осматривали долину. Сейчас мы на этой стороне,
И здесь тоже интересно, потому что там только point of view и нету спусков, там нет возможности. У нас просто был хороший пикник. А здесь мы можем хорошим спуститься видом и погулять внизу, в долине, да, потренироваться по холмам. Хайкинг. Да, и очень красиво. Тебе страшно? Ну, не так, потому что я уже 4 вот эти. У тебя был опыт, 4, да? Или 5. Вот эти шага. Маленьких шага. Осторожно, Ульяна. Да, вот так, потихоньку. Это не шутки. Да. Наша Ульяна, она огромная молодец. Во все путешествия она с нами, куда бы мы ни поехали. В общем, наш вывод: с детьми одно удовольствие ехать. Это не страшно и не напряжно, кстати. Мы уже на втором холме. Да. И, кстати, мы вот поднялись, и стало очень-очень. Да. Красиво. Я, наверное, еще обгорю. Да, сгорю. Нет, ты, наверное, нанесла крем, как и все. Мы, я не думаю, я надеюсь, сгоришь, Мы когда сюда приехали, были тучи, и я оставил очки в машине. Вот. Теперь мне слепит голову. Вы только посмотрите на вот это небо. Без фильтров, без ничего, очень мы красивое. Мы даже ехали, дождик уже крапал. Мы, да, думали, немножко, что будет дождь. Ну, показывай нам всем. Что ты можешь? Давай. Да. Я могу вот так вот. Нет, я молодец. Я могу вот так. Красиво. Красиво. Стараешься. Молодец. Хорошая девочка. Да. Может, на шпагат сядешь? Как тебе такая идея? Давай. Раз, два, три. Они хорошие, комфортные. Да, вау, вот это наша девочка, какая же она молодец. Молодец. Да. Все, ребята, да, пойдемте дальше поднимемся. Да. Место освободило. Да. Это, наверное, самая большая точка, да? Самая высшая, да? Я думаю, самая высокая. Да. Да. Идем туда. Я не представляю, какой еще может быть вид, если уже он красивый. Вы понимали, как высоко мы были только что? Посмотрите. Вот там мы только что были. Это такая глубина. Идем, это уже третий холм, посмотрим, что здесь, какой вид открывается здесь. Мои любимые. Еще раз повторюсь, как же нам повезло. Итак, мы приближаемся к нашей следующей точке. Да. Ульяна сзади. Да. А мама не сзади? И мама тоже. Мама держит мою камеру, я держу все остальное. Так, мы попробуем сейчас забраться немножко выше. Тучи. И да, мы посмотрим долину чуть-чуть выше. Но это будет не самая высокая точка. Самая высокая была вот там. О, вот сюда, вот там, оттуда мы пришли. Ульяна идет первая. Да, возможно, но не уверен, только что было жарко. Давай, помогу. Молодец. Сюда иди, да, в эту сторону. Так, стой, маме теперь поможем. Давай руку. Ты помогла,
Спускаться, кстати, страшнее, чем подниматься. Лучше бы это не говорил. Я не знаю. Я ничего не слышала. Здесь очень много кактусов. Итак, мы наверху. Посмотрите, долина. Мы все еще в долине. Очень много дорожек, по которым можно ходить. Давай, сниму тебя. Что ты хочешь сказать? Ага, опять. Твоя карта. Фирменная карта. Визитка. Да. Молодец. Мы попробуем спуститься вниз туда. За Ульяной, да? Аккуратно. Да. Попробуем спуститься туда вниз. К речке мы не дойдем, далековато. Хотя... Вон люди ходят. Кстати, мы видим, вон там маленькие два человечка. Мы, наверное, тоже пойдем туда. Да, это будет... Не забываем путешествие. Да. Будет круто. Оставайтесь с нами. Да. А мы направляемся назад к машине. Тучи сейчас затянулись. Посмотрите, становится уже пасмурно. Ульяна нашла цветочек на склоне. Вот, мы возвращаемся назад, потому что... И это очень плохо для вот этих юг, которые мы идем. Да, начинается небольшой дождик, может быть немного скользко. Мы сейчас подойдем к машине, наверное, у нас там есть плитка, мы пожарим сосисок. Здесь можно это делать. Можно открыть багажник, прям пожарить сосисок, и будет вкусный-вкусный у нас такой обед. Хотя уже вечер, к вечеру приближается время. Сейчас 5 часов, мы гуляем уже 4 часа. И поэтому все довольно-таки проголодались. С собой мы в рюкзак ничего не брали, только воду. Да, Ульяна уже настолько устала, что мама сзади несет рюкзак. А меня начинают есть комары, кстати. Ай. Да. Ну давайте, ребята, остался последний рывок. Мы поднимаемся вот туда, на гору, и там смотровая площадка, и наша парковка, и машина. Что там, сосиски готовятся? Да. Вот так вот мы жарим сосиски здесь. Ульяна точит свои орешки. Вот наша машинка. Мы взяли еще такие вот орешки. Покажи. Такие вот орешки. Очень удобно кушать. Правда, мусора получается много в машине. Держи. Ульяна укрылась. Но не подумайте, что у нас холодно, что Ульяна под одеялом. Ветер. Просто немножко дождик крапает. Ульяна, быстрее кушай. Да, Ульяна. У нас другое место нужно нам ехать. Нам еще ехать и... Быстрее. Ты уже все доели. Я съел 3 сосиски. Мама скушала. Мама скушала. Ульяна не может съесть одну сосиску. Мы переместились в машину, потому что... Мне вот такую вот дали. Собирался дождь. И мы теперь в машине, мы заканчиваем, да, нашу трапезу и поедем куда-то дальше, надеемся еще сделать хотя бы одну остановку, может быть, и увидим еще один интересный вид. Да, только мы не будем уже лазить. Да, гулять не будем, потому что уже поздно, сколько у нас, 6, наверное. Так, друзья, мы направляемся домой, нам ехать еще 2 часа. Мы возвращаемся другой дорогой немного. Мы решили поехать не через паром, а немного сделать больше крюк. Посмотреть, может быть, будут какие-то еще интересные места. Мы тогда остановимся. Но время позднее, плюс еще тучи, и оно уже начинает темнеть.